с понедельника. Когда мы молоды и нам открыты большие дороги, кажется, что все еще впереди. Вот переводчик с немецкого Арсеньева Анна. Все, что вы здесь услышите, является государственной тайной. Вам ясно? Да. А каждая новая встреча дает надежду на глубокие чувства. Мы всего 5 минут в парку, а у тебя уже история с девкой. Она не девка, понятно? Понятно, что ты в нее влюбился. Хочется навсегда забыть обо всем и окунуться в них с головой. Анна, я влюбился в тебя. Я схожу по тебе с ума. Я думал, ты в Ленинграде, а ты здесь. Я в командировке. Веселенькая у тебя командировка. Но всем выпал нелегкий жребий родиться в суровое и опасное время. У меня есть ребенок. Ребенок? Да, сын. А кто его отец? Один ленинградский поэт. Екатерина Решетникова, Андрей Соколов, Анатолий Пашинин. В многосерийном фильме «Когда растаял снег». С понедельника на ТВ-РУС.